Thank you.
Thank you.
Thank you.
Проснись. Говорят, что детдомовские чувствуют, кого усыновят первым, а кому придется ждать до 18. Когда вас привезли, я сразу поняла, ты здесь ненадолго. Так и произошло. Твой брат, с ним все было наоборот. Он очень переживал, когда ты уехал. Замкнулся в себе. Перестал доверять людям. Ему было непросто. А тебе? Пожалуй, не просто было всем. Союз распался. Никто не был уверен в том, что будет дальше. Вначале деньги поступали с задержкой. Потом совсем перестали. Но нас не закрывали. Тоже накладно. Воспитатели уходили. Детей было нечем кормить. Я работала за пятерых. Пыталась заменить всех, кого могла. Не получилось. Несчастный случай. Я думала, что она притворяется. Хочет пропустить занятия. Никто не верил, что она и правда тонет. Тогда ты еще был с нами, так? Ты видел все сам. Я сожгла все ее документы, все упоминания о переводе. Никто не должен был знать, что ее вообще сюда привозили. Иначе вы бы все оказались на улице. Иначе работа всей жизни была бы впустую. Никто не должен был знать. Но они узнали. Мне начали приходить звонки. Мужчина рассказывал, как детей отберут, как приют закроют, как меня посадят. Если только я не соглашусь помочь. Им нужно было место для того, чтобы присмотреть за группой подростков. Без лишних документов и без вопросов. Он видел в нашем приюте потенциал. Предлагал взять финансирование на себя. Я согласилась. Они сказали, что заберут, когда дети будут готовы. Мы узнали, что это значит, когда один из воспитателей решил наказать новичка и перестарался. Все вышло из-под контроля. Ножи поднялись в воздух, и мне пришлось остановить его. Мы избавились от улик. Постепенно это случалось с каждым из них. Любой нервный срыв, любая истерика, начинает проявление чего-то страха.
больше не ждали нервных срывов. Мы начали их вызывать. Ужесточили наказание. Запирали их в одиночных комнатах. Держали в подвале. Мы давили на них по очереди. И все странности начали происходить там, где мы хотим. За закрытыми дверями. Так было безопаснее. И для нас, и для них. Эти эффекты проявлялись не сразу. Мы продолжали давить. Иногда это заканчивалось печально. Я научилась закрывать на это глаза. Мы выполняли нужную работу. Выявляли и изолировали тех, кто был опасен. Мы не знали, где их находят и куда увозят после нашей работы. Мы делали вид, что они не настоящие. Не такие, как нормальные дети. Пока я не узнала, что твой брат... один из них. Вас привезли до сделки. Не знаю, как так получилось. Может быть, решили проверить меня на вас двоих. Твое усыновление плохо на нем сказалось. Новый порядок его уничтожил. Кай потерял связь с реальностью. Начал общаться с погибшими. Рассказывал про их смерть. Читал письма с их воспоминаниями. Никого не напоминает. Кай говорил только с ними. И я видела, как они ему отвечали. Он вернул их. Я видела в нем все, на что пошла и что потеряла. Когда пришли люди, чтобы забрать остальных, я не могла согласиться, как раньше. Я пыталась их остановить. Не получилось. А после... Кай вернул меня. Мы повторяем то, к чему он привык. Следим за ними и наказываем. Снова и снова. Мы все застряли в изувеченных. Сломанных воспоминаниях, его представлении о том, как этот приют должен работать. Мы играли свои роли, и он был счастлив, пока не пришел ты. Ты пугаешь его, напоминаешь ему о том, кем он был раньше. Кай сломан, ты не вылечишь его, только сделаешь еще хуже. Так что для тебя важнее? Успокоить свою совесть? Старые воспоминания? Или дать покой своему брату? Ты можешь отпустить всех, кого он вернул, и лишить Кая цели. А можешь поставить их на место, наказать и дать ему возможность снова почувствовать себя нужным. Решай. Ha ha ha!